Папа, когда мы пойдем в Анжа? Меня зовут Туланбек Курбанов. Я живу в городе Ташкента, столице Узбекистана. У меня два дочери. Старший Зарингиз 7 лет, младший Мехрангиз 3 годика. Я хочу их забрать в мой родной город Андижан, который находится в Ферганской долине. Моя семья была в Андижане, в Ферганской долине. Там очень красивый, там высокие горы, чистый воздух, вкусные фрукты, очень много богатства. Поэтому Ферганскую долину называют сокровищницей Центральной Азии. Папа, когда мы пойдем в Андижан? Мы поедем скоро в Андижан. Раньше мы ездили вот так, через Таджикистан. Ташкент и Анжан в нашем стороне. Почему вы ехали через Таджикистан? Ну, наша страна хотела решить этот вопрос. Хотела построить здесь туннель. Но здесь очень много были геологические проблемы, связанные в горах. Поезд и путь, предложенный председателем КНР Си Цзиньпином, помог решить этот вопрос. Китайские друзья нам построили тоннель через перевал Камчи. Теперь нам, возвращаясь домой в Андижан, в Ферганской долине, нет необходимости ехать через соседние страны. Раньше, чтобы ехать в Андижан, мне ушло целый день, потому что я ехал через Таджикистан. Там два места проверяли, очень много времени уходил. Сейчас я еду в Андижан через перевал Камчик. Ходит только 6 часов. Папа, мы вместе поедем в Андижан? Да, вместе поедем в Андижан.